So what happens now? You go back into the world, disappear. Всех приветствуем на своем канале. Сейчас у нас будет Hitman 2 2018 года. Вот, обучение я уже прошел. Не знаю, буду его выкладывать или нет. Начнем сразу, я думаю, с миссии. Вот. Я объясню, почему не хотелось. Сюжетку я там немножко, ну, в тренировке там, то тупанул, то не знал, я пиратку скачал. Хотя у меня многие игры куплены, но посмотреть и фанатам своим рассказать. Решил скачать. Ну, пришел к выводу, что куплю, стоит она вот этих денег. То есть, как я говорил, вот Z-Crew не стоит 2500, а вот этот 1200, что ли, покупать стоит игра этих денег. Random events, accidents, countless possibilities converging at a single point in time. Прямо все, что надо, чтобы почувствовать себя супергероем. Но сегодня будет небольшой ролик, потому что если вам понравится видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если видео наберет 100 лайков хотя бы, то я сниму продолжение на прохождение Hitman. Ну, я как бы просто, у меня как надежда на это, ожидание с этой игры очень большие. Но, как я и говорил, что придется мне его купить. Сицилия, Италия, Марракеш, Бангкок. Во-первых, как получить доступ? Давайте посмотрим. Нет. Вот как куплю эту игру, наверное, это будет на днях, так сразу и сниму на нее детальный обзор. Честно скажу, кайф ставил пиратку, скачал 100 гигов, поставил почему-то через Steam. Не хочу разбираться, я проще куплю эту игру и нормально для вас сниму видео. А пока я буду ее покупать, смотрите Вольфштайн, который выйдет, я думаю, что завтра, послезавтра. Все, всем спасибо.